W termoizolacji nie ma nic nowego? Naprawdę. Sprawdźmy to. Преимущество термана во всех объективных тестах неоспоримо. Поляки любят прочные и долговечные вещи, а дом — это инвестиции на года. Теплоизоляция составляет, как правило, до 5% от общей стоимости объекта, но она может также генерировать огромные сбережения. В нашем тесте мы доказали, что инвестиция в терману возвращается уже по истечению от 4 до 6 лет и на протяжении многих лет работает в нашу пользу. При доме площадью 130 квадратных метров с теплоизоляцией толщиной 11 сантиметров можно сэкономить даже 5000 евро на счетах за отопление. И, кстати, в странах Западной Европы доля современной теплоизоляции на рынке составляет целых 80%. В Польше эта доля гораздо меньше, но эта тенденция быстро меняется. Мы слишком экономные и бережливые, чтобы близоруко поддаваться соблазну кажущейся экономии. В последующих фильмах мы подробнее расскажем о других свойствах термана. Кликайте. Стоит быть информированным.